Здравствуйте, ребята! Нам предстоит слепить с вами персонажей из мультфильма «Корпорация монстров». Итак, мы слепим с вами Майка Вазовски, его друга Салли, ну и, конечно же, главную дверь, через которую проходят монстры. Для этого вам понадобится кусок картона или доска для лепки. Я сегодня буду лепить из мягкого пластилина. Это товары компании Эрих Краузе, выпускается под брендом Artberry. Он бывает в упаковке из 12 штук, а также производится вот в таких упаковках из 6 штук. Сейчас я вам покажу, что находится внутри. Как видите, все цвета яркие. Каждый брусочек упакован в прозрачную пленку. Также есть стек, что очень удобно. Этот пластилин сделан на растительных компонентах и производится в России. Также этот пластилин продается поштучно. Думаю, это очень удобно. Вы можете выбрать именно те цвета, которые вам подходят. Как видите, брусочек упакован в прозрачную пленку. Итак, нам понадобится сегодня два белых брусочка, два синих, один черный, один зеленый брусочек. Также нам понадобится небольшой кусочек коричневого и совсем маленький кусочек красного. Также вам понадобится одна зубочистка, стек и, конечно же, цилиндр или скалка. Берем небольшой вот такой кусочек белого пластилина. Также берем зеленый брусочек. От зеленого брусочка отрезаем примерно вот такой кусочек. Откладываем. Эти два цвета мы смешиваем между собой. Смешиваем до тех пор, пока не получится один цвет. Вот такой светло-зеленый цвет должен был у вас получиться. Отщипываем примерно вот такой кусочек, откладываем его, а этот кусочек хорошенько разминаем и раскатываем в ладошках шар. Вот такой. Теперь этот шар на картоне немного вытягиваем. Вот такая форма должна была у вас получиться. Теперь в верхней части вот так вот пальчиком слегка делаем вмятину. Здесь у нас будет располагаться глаз Майка Вазовски. Берем стек и начинаем аккуратно вырезать рот. Тут самое главное, не торопитесь. Посмотрите, как я вырезаю рот Майку Вазовски, и повторяйте за мной. Лишний пластилин аккуратно стеком вытаскиваем. Нам остается все поправить. Вот такой ротик должен был у вас получиться. Ненадолго откладываем. Берем белый кусочек пластилина, вот такой. Его разминаем. Теперь отщипываем небольшой кусочек. Вот такой. Тоже его разминаем. Раскатываем в ладошках шарик. Теперь этот шарик сплющиваем. Если надо, поправляем. Берем нашу зеленую основу и присоединяем лепешку в этой части, слегка надавливая. Теперь поправляем пальчиками. Это будущий глаз. Вот что должно было у вас получиться. Откладываем ненадолго. Отщипываем маленький кусочек. Вот такой. Раскатываем шарик. Сплющиваем его. И присоединяем к белой основе. Примерно в серединке. Ну а теперь пальчиком все поправляем. Берем темно-зеленый кусочек пластилина, отрезаем стеком совсем маленький кусочек, вот такой. Из этого кусочка раскатываем шарик, вот такой, и присоединяем к глазу в серединке. Это зрачок. Теперь слегка надавливая, поправляем.
Вот такой глаз должен был у вас получиться. Берем белый кусочек пластилина и раскатываем на картоне длинную колбаску. Вот такая колбаска должна была у вас получиться. Берем стеком, отрезаем вот такие вот маленькие кусочки и раскатываем из них шарики. Таким образом отрезаем 10 кусочков. Вот эти 10 шариков. Берем первый шарик и вставляем вот так аккуратненько в рот. Майка Вазовски. Берем второй шарик, вставляем рядышком. А теперь берем стек и начинаем аккуратненько, как бы немножко придавливая, поправлять. Сначала мы с вами делаем зубки внизу. Нижние зубы готовы, теперь займемся верхними. Тут тоже самое главное, вставляйте аккуратненько, не торопитесь. Вот такой интересный рот с зубами должен был у вас получиться. Теперь от этой колбаски нам нужно отрезать 6 кусочков. Вот таких. Это будущие когти. Займемся с вами кепкой. Берем синий вот такой кусочек пластилина. Делим его пополам. Теперь берем первый кусочек, разминаем и раскатываем в ладошках шар. Вот такой. Теперь этот шарик сплющиваем. Если надо, поправляем пальчиками. Берем стек и отрезаем вот такой вот кусочек. Мы сейчас с вами лепим козырек кепки. Лишнее убираем и поправляем пальчиками. Откладываем ненадолго, берем другой кусочек, тоже его разминаем и раскатываем в ладошках шар. Теперь этот шарик сплющиваем, немного вытягиваем. А теперь постепенно начинаем вот так вот заворачивать. Тут самое главное, вы не торопитесь, делайте все аккуратненько, и у вас все получится. Вот такая форма должна была у вас получиться. Нам остается взять козырек и присоединить к кепке. Теперь хорошенько пальчиками начинаем все разглаживать. Вот такая кепка должна была у вас получиться. Берем нашего Майка Вазовски и ставим вот так вот на макушке кепку. Берем небольшой кусочек коричневого. Хорошенько его разминаем, раскатываем вот так вот пальчиками шарик, а теперь на картоне небольшую колбаску. Теперь эту колбаску делим пополам.
Берем первый кусочек и, надавливая с одной стороны, раскатываем на картоне. У вас должна получиться вот такая вот форма. Точно так же раскатываем и второй кусочек. Рожки готовы, осталось их присоединить к голове Майка Вазовски. С одной стороны присоединяем и с другой. Если надо, поправляем. Вот что у вас должно было получиться. Берем светло-зеленый кусочек пластилина, отщипываем от него небольшой кусочек, вот такой. Хорошенько его разминаем и на картоне раскатываем колбаску. Вот такая колбаска должна была у вас получиться. Делим ее пополам. Вот эту часть сплющиваем вот таким вот образом. Точно так же сплющиваем другую половинку. А теперь берем стек и вырезаем аккуратно пальцы. У нас будут 3 пальца. Тут самое главное, вы не торопитесь, вырезайте аккуратно. Теперь хорошенько все поправляем. Точно так же вы слепите вторую лапу. Верхние лапы монстра готовы. Откладываем их ненадолго. Берем зубочистку, ломаем ее пополам. Мы сейчас с вами будем лепить нижние лапы. Берем светло-зеленый кусочек пластилина, отщипываем небольшой кусочек. Откладываем его ненадолго. Отщипываем еще один кусочек. Вот такой. Сплющиваем его, немножко растягиваем. Берем зубочистку, заворачиваем ее вот в этот кусочек пластилина. И на картоне начинаем раскатывать колбаску. При раскатывании колбаски появится лишний пластилин. Вы его убираете. Вот что в итоге должно было у вас получиться. Как видите, немножко зубочистка торчит. Это нужно для того, чтобы легко было присоединять. Точно так же вы делаете вторую лапу. Итак, нижние лапы почти готовы. Ненадолго их откладываем. Берем вот этот светло-зеленый кусочек пластилина, хорошенько его разминаем и раскатываем в ладошках шар. А теперь из этого шара раскатываем на картоне колбаску. Колбаска готова, делим ее пополам. Берем первую половинку, сплющиваем ее и постепенно начинаем придавать ей форму капельки. Первая капелька готова, точно так же делаем вторую. Вот что у вас должно было получиться. Ненадолго откладываем. Берем небольшой кусочек светло-зеленого пластилина, хорошенько его разминаем и раскатываем на картоне длинную колбаску. Теперь эту колбаску нам нужно разделить на 6 частей. Сначала делим ее пополам. А теперь каждую из этих половинок делим на 3 части. Каждый из этих кусочков немножко раскатываем на картоне, тем самым поправляем их. 6 кусочков готовы, это будущие пальцы. Берем первый кусочек и вот так вот присоединяем, слегка надавливая к этой стопе. Берем второй и точно так же присоединяем. Ну и берем третий палец и присоединяем.
Вот что должно у вас получиться. Теперь берем вот этот белый кусочек, немножко его раскатываем и присоединяем к пальцу, вот так вот сверху, слегка надавливая. Первый коготь готов. Точно так же присоединяем остальные. Первая стопа с пальцами и когтями готова. Точно так же лепите вторую. Две стопы готовы, осталось их присоединить к нижним лапам. Берем первую стопу и вот эту лапу и вот таким вот образом присоединяем. Тут самое главное, вы не торопитесь, и у вас все получится. Вот такая вот лапа нижняя должна была у вас получиться. Точно так же присоединяем и вторую лапу к стопе. Берем небольшой кусочек белого пластилина, хорошенько его разминаем, раскатываем в ладошках сначала шар, теперь его сплющиваем, немного вытягиваем по краям, а теперь берем цилиндр и раскатываем эту лепешку на картоне. Из этой лепешки нам нужно вырезать прямоугольник, вырезать будем вот таким вот образом. Конечно, вырезать удобнее на картоне. Я просто вам показываю в руках, чтобы было понятно. Вот такой белый прямоугольник должен был у вас получиться. Это будущая папка. Теперь начинаем собирать нашего Майка Вазовски. Берем его туловище с головой, нижнюю лапу вот таким вот образом аккуратненько присоединяем. Точно так же присоединяем вторую лапу. Теперь нам нужно проверить, если Майк Вазовски не будет падать. Видите, у меня не падает. Надеюсь, у вас тоже. Берем первую верхнюю лапу и присоединяем вот таким вот образом, слегка надавливая и заворачивая. Ну а теперь все хорошенько разглаживаем пальчиками. Поправляем, берем вторую лапу, ее можно сначала вот здесь вот с краю сплющить, чтобы удобнее было присоединять, ну а теперь берем ее и присоединяем, ну и опять хорошенько все разглаживаем пальчиками, берем папку, ставим примерно вот в этой части лапы, теперь пальчики заворачиваем аккуратненько. Ну а теперь заворачиваем эту лапу. Все хорошенько поправляем. Вот такой красивый Майк Вазовски с папкой в руках должен был у вас получиться. Ненадолго его откладываем. Берем полтора белых брусочка, хорошенько их разминаем. И в ладошках раскатываем шар. Из этого шара нам на картоне нужно раскатать колбаску. Вот такая колбаска должна была у вас получиться. Если сравнить с Майком Вазовски, как видите, по высоте они одинаковые. Эту колбаску нужно немножко сплющить, поэтому вот так вот ладошкой давим сначала с одной стороны, а теперь точно так же с другой стороны. Ну а теперь берем цилиндр и раскатываем эту колбаску. Вот такой пласт должен был у вас получиться. Теперь из него нужно вырезать прямоугольник. Вы можете вырезать вот такой вот железной линейкой, ну или стеком, кому как удобней.
Вот такая основа двери должна была у вас получиться. Берем стек и начинаем вырезать прямоугольники. Вырезаем очень аккуратно, тут самое главное, не торопитесь. Дверь почти готова, осталось совсем чуть-чуть. Берем небольшой вот такой зеленый шарик и присоединяем его к двери. Вот в этой части, слегка надавливая, это дверная ручка. На этом первая часть заканчивается, а в следующем видео мы с вами продолжим лепить.